стол посвящен истории антифашистского сопротивления в годы Второй мировой войны. После того, как гитлеровская Германия оккупировала большую часть европейских государств, на огромном пространстве от Буга до Пиренеев установился новый порядок, в основе которого лежала идея расового превосходства. Политика геноцида и другие преступления, возведенные нацистами в ранг нормы, не могли не вызвать естественного противодействия со стороны простых европейцев. На борьбу с нацизмом поднялись многие жители оккупированных Франции, Югославии, Греции, Италии и других стран Европы. Не имея возможности самостоятельно освободить свою родину, эти люди были готовы жертвовать жизнями, чтобы защитить ее честь. При этом местные элиты от национального достоинства отказывались, добровольно переходя на службу оккупантам. В годы Великой Отечественной войны ряды европейского сопротивления пополнили порядка 40 тысяч советских граждан. Среди них были и бывшие военнопленные, бежавшие из нацистских лагерей смерти, и мирные жители с оккупированных территорий Советского Союза, угнанные гитлеровцами в рабство. Замечу, что зачастую именно советские люди становились лидерами антифашистского движения, объединяя вокруг себя местных партизан. Достаточно вспомнить подвиг лейтенанта Александра Печерского, поднявшего успешное восстание в лагере смерти Собибор. Вспомним и создателей женского партизанского отряда «Родина», уроженок Белоруссии Надежду Лисовец и Розалию Фридзон. Неподалеку от французского города Ланс борьбу с врагом вели бойцы легендарного партизана Василия Порика, а в Северной Италии широкую известность приобрели подвиги гарибальдийцев под командованием Федора Полетаева, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. Добавлю, что свой вклад в борьбу за освобождение народов Европы внесли и русские эмигранты, вставшие на позиции антифашизма. Одному из них, Борису Вильде, принадлежит сам термин «резистанс», «сопротивление». На протяжении всей войны руководство Советского Союза поддерживало освободительные движения в странах Европы, снабжая их оружием и информацией. Не последнюю роль в этом, безусловно, играла советская внешняя разведка. Одновременно в тылах Красной Армии формировались и оснащались регулярные польские и чехословацкие части, которые позднее приняли участие в освобождении своих стран. Коренной перелом в войне, обеспеченный победами Красной Армии под Сталинградом и Курском, придал освободительной борьбе европейских народов новый серьезный импульс. Большинство участников европейского сопротивления, особенно на востоке Европы, верили в Советский Союз и всеми силами приближали день встречи с нашими воинами-освободителями. 27 марта 1944 года части Красной Армии вышли к границам Румынии, после чего шаг за шагом полностью или частично освободили территории 9 стран Восточной и Северной Европы. Благодаря этому подвигу от нацистского ига навсегда избавились более 100 миллионов человек. Освободительная миссия Красной Армии стоила Советскому Союзу, советскому народу колоссальных жертв. Около миллиона наших солдат и офицеров отдали свои жизни, выполняя свой долг вдали от Родины. Память об этих воинах-освободителях, равно как и о наших соотечественниках, участниках сопротивления, поддерживается сегодня в Европе усилиями конкретных людей, честных историков и общественных активистов. Для многих из них это настоящий гражданский подвиг, требующий немалого мужества и стойкости. Я бы хотел поблагодарить участвующих в нашей встрече лидеров объединения «Мотоциклисты Словакии»,
Матуша Алексу и заместителя декана православного богословского факультета Университета Восточного Сараева Дарка Джогу, а в их лице и многих других наших европейских друзей и единомышленников. Сегодня, когда наша страна вновь ведет непростую борьбу с нацизмом, сохранять память об антифашистском сопротивлении в Европе, на мой взгляд, особенно важно. Мы видим, что политика нынешних проамериканских режимов, удерживающих власть в целом ряде крупных европейских государств, во многом наследуют линии поведения прогерманских коллаборационистских правительств периода Второй мировой войны, точно так же игнорировавших коренные интересы своих стран и народов. Этим антинародным элитам противостоят немногочисленные, но организованные и стоящие на подлинно национальных позициях силы. Разумеется, история никогда не повторяется в точности, но ее примеры свидетельствуют, что по результатам всех прежних глобальных конфликтов подобного рода наша страна в итоге одерживала верх, и ее авторитет в Европе только возрастал. Спасибо. Переходим к дискуссии. Я попрошу выступить Александра Агановича Чубарьяна. Александр Аганович, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, тема нашего сегодняшнего заседания очень актуальна и важна. Об этом Сергей Евгеньевич сейчас уже справедливо рассказал. Дело в том, что история сопротивления, она начала писаться сразу же после окончания Второй мировой войны. И сегодня эта история, конечно, это неотъемлемая часть истории войны и общей победы над нацизмом. Но на нее с самого начала влияли ветры холодной войны, и это продолжается и по сей день. Если посмотреть сегодня учебники в европейских странах, то вообще движению сопротивления отводится крайне малое место, если вообще об этом есть упоминание. И это связано с многими процессами, которые происходили в зарубежной исторической, общественном мнении, в исторической литературе после окончания Второй мировой войны. Один из центральных пунктов стал определение участников движения сопротивления. Конечно, наиболее сильные – это Франция, Италия, это Нидерланды, это другие страны Северной Европы, если говорить о Западной Европе. Но движение сопротивления имело очень сильное развитие в Югославии, на Балканах. Движение сопротивления, несомненно, с моей точки зрения, это совершенно очевидная вещь, включало в себя очень мощное партизанское движение на территории, оккупированной территории Советского Союза. И с самого начала, после окончания Второй мировой войны, вот эта сторона дела, она игнорировалась, замалчивалась в историографии. Сегодня вообще даже нет об этом упоминания. В разных странах сегодня продолжаются разные оценки. Польская историография, польское общественное мнение усиленно пропагандирует те движения Польши, которые ориентировались на Запад, и почти не упоминают или очень мало пишут о движении польского подполья и о тех формированиях, которые сотрудничали с Советским Союзом и с Красной Армией. В самой Германии движение сопротивления во время войны концентрируется вокруг заговора против Гитлера, который был и фигурой Штауфенберга. Конечно, эти люди были казнены, они выступили против Гитлера, но надо иметь в виду, это была борьба не против идеологии нацизма, не против фашизма. Это была очевидная реакция на поражение Германии, которое она терпела, и это была попытка смены режима, устранения Гитлера, но не затрагивала основы фашистской идеологии, нацистского порядка. Поэтому я думаю, что обращение к истории движения сопротивления сегодня – это важная не только историографическая, но и общественно-политическая задача. Надо сказать, что изменилось отношение к движению непосредственно в Европе, в Западной Европе, уже 1947 год примерно.
То есть тогда, когда коммунисты были удалены из правительств Франции и Италии. Дело в том, что все общепризнаны, конечно, основную силу движения сопротивления в Западной Европе составляли коммунисты. И эта сторона дела с началом Холодной войны, конечно, превалировала в оценках движения сопротивления, стремились явно преуменьшить роль сопротивления, что, кстати, продолжается и сегодня. Я должен сказать, что для нас сегодня наша отечественная историография, наше общественное мнение, которое всегда поддерживало это движение сопротивления, сегодня очень важно рассматривать все это комплексно, как общую борьбу против нацизма, нацистской идеологии, нацистского мирового порядка. И это может и должно войти в общий инструментарий наших подходов к истории и Второй мировой войны, и послевоенного развития. По-прежнему актуальная задача изучения социального состава движения сопротивления. Сергей Евгеньевич упомянул наших людей, которые активно участвовали в их сопротивлении. Но я думаю, что надо наша эта задача и наша задача наших коллег, которые этим занимаются активно в Беларуси, и показать значение и роль партизанского движения на территории, оккупированной территории Советского Союза, как совершенно очевидной части противостояния с нацизмом. Есть еще один интересный момент, который связан с позицией отдельных людей, известных деятелей культуры, которые отказывались сотрудничать с нацизмом. Это, конечно, не была борьба с оружием в руках, но это был протест, который, можем сегодня сказать, тоже явно шел в русле противостояния с нацизмом и нацистской идеологией. Это многие деятели культуры Запада, типа Томаса Манна и других, но и наши люди, наша эмиграция, о которой упомянул Сергей Евгеньевич, известно, что Гитлер предлагал Деникину переехать из Парижа в Берлин и заняться там литературной деятельностью. Деникин отказался и предпочел уехать в Соединенные Штаты. Словом, вот такой общий наш подход, мне кажется, будет очень важен. Центральная задача наша, мне кажется, показать роль сотрудничества самых разных сил и во время Второй мировой войны не только на правительственном, не только на государственном уровне, но на уровне общественных сил, на уровне различных партий, людей конкретных с разными идеологическими установками. Это пример сотрудничества и объединения перед лицом общей опасности. И в этом смысле сегодня, когда очевидные попытки возрождения или оправдания нацизма мы наблюдаем, эта задача обращения к опыту и примеру того, что было во время Второй войны, мне представляется очень важной и актуальной. Советская историография и российская после 90-х годов всегда очень высоко оценивала движение сопротивления, противодействие нацизму и идеологии, и практике его. И я думаю, что эта задача сегодня остается весьма актуальной перед нами, особенно в преддверии 80-летия Победы, которую мы будем отмечать в следующем году. Спасибо за внимание. Александр Николаевич, спасибо за ваше выступление. Уважаемые коллеги, сегодня в Доме Российского исторического общества открылась новая выставка. Она посвящена 80-летию словацкого национального восстания. И сегодня в заседании круглого стола участвует и чрезвычайный полномочный посол Словакии в Российской Федерации Ригат Любомир. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Добрый день. Хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение на открытие выставки, на этот круглый стол. У нас с посольствами тоже разместили выставку по этому поводу, которую могли увидеть гости нашего приема в честь государственного праздника на прошлой неделе. В этом году, учитывая круглую дату восстания, наше правительство пригласило на торжества 80-летия восстания, которые прошли 29 августа в городе Банско-Бистрица, и потомков партизан из России, Украины и Беларуси. Из России нас посетило 5 гостей, прямых потомков партизанских командиров, молодых людей. Я хотел бы поблагодарить российскую сторону за проделанную работу в идентификации и направлении этих участников Словакии. На мой взгляд, это стало
достойным способом продолжения традиции мероприятий, приуроченных к восстанию, в ситуации, когда в Банской Бистрице мы видели уже последних, по-моему, 4 участников боев, которым около 100 лет. Значение восстания для истории в общем и для моей родины в частности высокое. Там, как уже было сказано, нарушилось единство немецкого фронта, в тылу были связаны большие силы нацистов, словаки наряду с варшавским и югославским восстаниями показали, что они собираются пассивно ждать освобождения, которое началось всего несколько короткое время после подавления восстания, а сами подняли оружие. Наряду встали и коммунистические, и некоммунистические движения сопротивления. Восстание стало символом общей борьбы против фашизма. Наряду с 60 тысячами словацких солдат в нем приняли участие представители более чем 20 народов, около 3000 советских партизан, чехи, русины, болгары, поляки, югославы, французы, евреи, немцы и венгры, англичане и американцы, среди прочих. Память о героях восстания видно практически в каждом городе и селе на территории, где оно проходило, в Словакии. И это более половины территории страны. И я рад, что эта тема не перестает интересовать и российское научное сообщество. Спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемый господин посол, за ваше выступление и за участие в нашем круглом столе. Я, знаете, с теплотой вспоминаю, как лет 10 тому назад мне посчастливилось побывать в Банско-Быстрице, когда отмечался очередная годовщина словацкого национального восстания. И тогда я был приятно поражен, с какой теплотой и как тщательно относятся словаки к сохранению памяти о словацком национальном восстании и о совместной борьбе и советского, и словацкого народа против гитлеровских оккупантов. И очень приятно, что такая позиция и словацкого народа, и словацкого правительства сохраняется и сегодня. Спасибо большое вам. Пожалуйста, Елена Моисеевна Цунаева, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Спасибо большое. Буквально несколько слов в продолжении тех сюжетов, которые уже сейчас прозвучали. Из опыта общения с подрастающим поколением в рамках моей общественной политической деятельности я могу сказать, что у современной молодежи есть большой интерес к теме сопротивления нацистской Германии на территориях, которые были оккупированы, или территории, которые были союзниками, и в частности, в том числе к антифашистским выступлениям. Безусловно, этот интерес обусловлен современной позицией ряда государств, связанных и поддержкой нацистских режимов в Украине, и отношением к памятникам и потомкам своих собственных граждан, которые воевали с нацистами. И в этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что помимо научных исследований, которые, безусловно, нужно продолжать с учетом возможностей архивной базы, рассекречивания архивных документов, которые постоянно происходят, необходимо особое внимание уделить и просветительской деятельностью. Российское историческое общество в этом достигло достаточно больших успехов, но, к сожалению, могу констатировать, что да, в учебниках упоминаются, безусловно, и есть материалы, посвященные антифашистским выступлениям, но вот дополнительной литературы, которой могли бы воспользоваться и студенты неисторической специальности, и сами педагоги для того, чтобы расширить кругозор по этим важным темам, крайне мало. И в этом смысле, конечно, трудно переоценить и значение выставки, которая открылась. Я думаю, что их нужно продолжать и делать виртуальными и доступными как можно более широкому кругу населения. Тем более, что есть еще другая составная часть. Это наши могилы, могилы наших воинов, которые располагаются на территории, где были в том числе антифашистские выступления. Не только регулярные, погибшие регулярные военнослужащие Красной Армии,
но и те, которые непосредственно участвовали. И в этом смысле хочу выразить слова благодарности словацкому народу за то, что действительно там особое отношение к могилам павших и партизан, участникам сопротивления, и воинам, которые освобождали Словакию. И здесь хотелось бы опять же подчеркнуть, что необходимо в этом смысле, ну что ли, приземлить историю, связанную с погибшими воинами, с тем, чтобы в регионах нашей страны молодые граждане знали, кто из уроженцев, собственно говоря, сражался и участвовал в антифашистских выступлениях. Кроме тех известных имен, которые сейчас прозвучали, только вот цифра 3000 граждан в словацком восстании, но их было гораздо больше, если смотреть по Европе. И в этом смысле, конечно, нужно еще поработать. И, думаю, и Российское историческое общество, и Поисковое движение России, которое этой темой занимается активно с нашими друзьями из разных стран, в том числе, мы внесем свой вклад, и к 80-летию Победы будет о чем рассказать. Спасибо. Благодарю вас, Елена Моисеевна. Передаю микрофон Денису Александровичу Аксенову, генеральному директору Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, добрый день. Государственный фонд России специально для Российского исторического общества подготовил тематический обзор кинодокументов собрания Государственного фонда России. Словацкая республика в выпусках немецких киножурналов 1938-1945 годов. Государственный фонд России, являясь одним из крупнейших киноархивов в мире, известен в первую очередь уникальной коллекцией игрового кино, представляющей все основные имена и направления развития отечественного мирового кинематографа. Однако по сей день остается малоизвестным крупнейшее в мире собрание кинодокументов Трофейного фонда. Основу этого второго по значимости для мировой и отечественной истории собрания составляют иностранные документальные фильмы и кинопериодика, освещающие ключевые события первой половины XX века. Наиболее информативную и ценную с научно-практической точки зрения часть Трофейного фонда представляет коллекция немецких киножурналов, выпуски которых в хронологической последовательности отражают военную и политическую обстановку нацистской Германии и странах-сателлитах накануне и в период Второй мировой войны. При составлении обзора кинодокументов Словацкая республика в выпусках немецких киножурналов 1938-1945 годов было проведено тематическое выявление и информационный анализ сюжетов немецких киножурналов «Фокс Тененде Вихеншау», «Тобис Вихеншау», «Уфа Танвохе», «Бавария Танвохе Остланд», «Звуковой еженедельник генерал-губернаторства» и «Дойче Вихеншау». Структура обзора построена по предметам хронологичному принципу. Хронологические рамки кинодокументов, вошедших в состав, охватывают период с 1938 по 1945 годы и включают следующие разделы классификатора документной информации. Государственное устройство, территориальное административное деление, государственная граница, перемещение населения, беженцы, государственная власть и государственное управление, глава государства, визиты фюрера и высокопоставленных функционеров Третьего рейха, внешняя политика, вооруженные силы, войны и конфликты, общественно-политическая жизнь, военная промышленность. Мы с удовольствием передадим все эти материалы нашим партнерам в Российском историческом обществе. Спасибо. Спасибо большое, Денис Александрович, за очень ценный подарок для Российского исторического общества. Спасибо. Прошу выступить Виктора Александровича Москвина, директора Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, члена Совета Российского исторического общества. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, на протяжении всей своей почти 30-летней истории Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына постоянно, не только в юбилейные годы, обращается к теме участия зарубежных соотечественников в антифашистской борьбе и движении сопротивления в различных странах Европы в годы Второй мировой войны. Еще на рубеже 90-х, начале 2000-х годов мы выпустили книги «Матери Марии», «Бориса Вильда», «Анна Морали» и «Вики Оболенской». О Вике Оболенской наша киностудия «Русский путь» сняла документальный фильм. Памяти тысяч российских соотечественников-антифашистов, сражавшихся в рядах антифашистского сопротивления, была посвящена в 2015 году наша международная научная конференция «Российская эмиграция в борьбе с фашизмом». Она стала первым в истории России и российской науки форумом, специально посвященным
изучению роли зарубежных соотечественников в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны и вышла за формат чисто научной конференции, став своего рода реквием, одним из институтов памяти, соединяющим день минувший и современность. Материалы конференции опубликованы отдельным томом, который стал первой попыткой в начале 21 века обобщить значительный исторический материал, характеризующий различные формы участия зарубежных соотечественников в борьбе с фашизмом в годы войны. В Доме русского зарубежья существует многолетний историко-научный и просветительский проект, в рамках которого постоянно проводится семинар «Русские в европейском сопротивлении». Им руководит Марина Юрьевна Сорокина. Проводятся международные крупные столы и выставки. Вот я взял материал одного, опубликованный материал одного из таких международных крупных столов. В настоящее время Дом русского зарубежья готовится провести вторую международную конференцию по истории русских героев движения сопротивления. К 80-летию Великой Победы мы подготовили и опубликовали в рамках нашего ежегодника, ежегодника Дома русского зарубежья, первую часть книги «Память русских эмигрантов, участников движения сопротивления во Франции». Вот в этом ежегоднике появилась такая публикация, в которую вошли биографические материалы о более чем 100 гражданских лицах, участниках сопротивления. Мы впервые даем подробные биографии русских сопротивленцев, входивших в различные эмигрантские организации. Таким образом, в нашей книге памяти впервые собираются сопротивленцы, представители разных политических и общественных объединений русского зарубежья. На выходе находится и другая весьма значимая работа, аналогичная книга памяти по странам бывшей Югославии, прежде всего Сербии и Хорватии. Около 300 биографий впервые открывают огромный, но почти неизвестный в академической историографии мир русских участников народно-освободительного движения в странах бывшей Югославии. Конечно, лимит книжного формата ежегодника не позволяет опубликовать все выявленные в архивах материалы, и при соответствующей поддержке мы готовы существенно расширить представляемый материал, в том числе и за счет богатого визуального ряда. Нет сомнений, что издание книги памяти имело бы большой позитивный резонанс как в России, так и в среде наших зарубежных соотечественников. Выставочные проекты Дома русского зарубежья также постоянно нацелены на просветительские задачи в области участия представителей русского мира в борьбе против нацизма и фашизма. Так, совсем недавно мы показывали большую выставку документов и фотографий одного из основателей Союза советских патриотов в Сербии, ученого и партизана Ильи Николаевича Голенищева-Кутузова. Передвижная выставка, посвященная Матери Марии, поэтессе и монахине в миру, героине французского сопротивления, также была представлена в нескольких городах России. Думается, что формат таких передвижных выставок очень важен в год 80-летия Великой Победы, и мы готовы активно участвовать в его реализации, рассказывая и показывая в различных городах России героических судьбах уроженцев этих мест. Эти выставки могут сопровождать уже выпущенные вместе с издательством «Русский путь» просветительские мини-книжечки серии «Лица русского зарубежья» о русском белом эмигранте, поэте и партизане, удостоенном советского боевого ордена Алексея Петровича Дуракове, Матери Марии, Илье Голенищеве-Кутузове и других русских героях европейского сопротивления. Уверен, что введение в научный, а главное просветительский оборот новых сведений о наших зарубежных соотечественниках, боровшихся против фашизма в Европе в годы Второй мировой войны, будет способствовать воссозданию подлинной истории русского зарубежья XX века и консолидации всего русского мира. Спасибо, Виктор Александрович, и за ваше выступление, и за большую исследовательскую и просветительскую работу возглавляемого вами центра вот по этой
интересной теме, как роль русского зарубежья в антифашистском движении в Европе. Спасибо. Прошу выступить Юрия Александровича Петрова. Юрий Александрович, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Юбилей словацкого национального восстания – это действительно замечательный повод, чтобы вспомнить все движение сопротивления и поговорить о тех задачах и проблемах, которые, с которыми мы сталкиваемся при исследовании этого сюжета. Мы знаем уже немало, разумеется, за эти 80 лет вышли тысячи книг, статей, но при детальном рассмотрении вопросов мы видим, что существует еще много лакун, не до конца изученных сюжетов, практически по всем странам Европы, и в первую очередь это касается и словацкого национального восстания. Как ни странно, у нас нет до сих пор фундаментального исследования, которое бы подробно на базе документов всех вовлеченных сторон описало бы историю восстания. Есть очень хорошая книга словацкого автора Дюрицы «История Словакии и словаков», которая издана была и на русском языке, но она вносит все же достаточно общий характер. Ясно, что для дальнейшего прорыва в исследовании этой темы нам необходима новая документальная база, для которой не было условий в советское время ввиду особого режима секретности документов. Но к настоящему времени мы знаем, что в архиве ФСБ и в архиве Министерства обороны рассекречены сотни документов. И сегодняшняя выставка, которая открылась в стенах Российского исторического общества, как мне кажется, очень наглядно демонстрирует, что организаторам удалось привлечь документы, и не только текстовые документы, но и видеодокументы из самых различных архивов. И именно эта полнота документальной основы выставки создает, мне кажется, очень замечательное впечатление. Это, безусловно, удача организаторов. Но если говорить и дальше в плане фундаментальной науки, то, конечно, нам нужен база некая документальная, полная база по истории словацкого восстания, куда вошли бы материалы и словацких архивов, и, возможно, немецких. И, Сергей Евгеньевич, может быть, есть и в архиве СВР, да, такого рода документы, которые могли бы нам быть очень интересны. И можно сделать что-то, я думаю, совместное с коллегами из Словакии в этом плане. Мы готовы к сотрудничеству с нашими с учеными-исследователями из Словацкой Республики. Ну, что касается в целом проблемы национальных протестных движений, движений сопротивления во время Второй мировой войны, то это, конечно, большая и очень серьезная проблема, и это действительно одна из самых ярких страниц Второй мировой войны, которая совершенно необоснованно игнорируется в современном западном образовательном и медиапространстве. И, может быть, это связано, это игнорирование, и с тем, что главным фактором событий 44-45 годов было, конечно, победоносное наступление Красной Армии. Я напомню, что около 7 миллионов советских солдат сражались за освобождение 11 европейских стран с населением 113 миллионов человек. И как Сергей Евгеньевич уже сегодня отметил, за освобождение Европы отдали свои жизни более миллиона солдат и офицеров советской армии. Стоит, наверное, напомнить, что это больше, чем совокупные потери Великобритании, Канады, США и Франции за все годы Второй мировой войны. Особенно большую помощь Советский Союз оказал народам стран Центральной и Восточной Европы. И само появление советских войск в этих регионах приводило к кардинальным социальным и политическим переменам. Я бы хотел особенно подчеркнуть, что распространенные на Западе и в нынешней Восточной Европе стереотипы о так называемой коварной политике Кремля, суть которой якобы заключалась в насильственном насаждении просоветских тоталитарных режимов, этот тезис не подтверждается рассекреченными материалами из российских архивов.
Наоборот, новые документы сейчас показывают щепетильность и осторожность советской стороны. В Москве крайне внимательно относились к обоснованию появления своих войск на территориях европейских государств. С союзниками, такими как Польша, Югославия и другие, заранее заключались соответствующие договоры. А в отношении сателлитов нацистской Германии делались публичные заявления, что советские войска заходят на их территорию не для завоевания и установления собственной власти, а для освобождения от нацизма. Главный лозунг для проведения войск и их командования был «советских порядков не вводить». И это были не пустые пропагандистские заявления, а руководство, реальное руководство к действию. Собственно, наша политика в освобожденных от нацизма восточноевропейских странах – это тоже предмет, как я думаю, нашего дальнейшего изучения проблем. В заключение хочу подчеркнуть, что не советская помощь, а все же общее народное негодование привело к быстрой смене режимов в той же Болгарии или Румынии. И в обеих этих странах случилось все это в течение нескольких дней. Примечательно, что ни одна румынская воинская часть не встала на защиту диктатора Антонеску. Но более сложная ситуация сложилась в Польше, это, в общем-то, общеизвестные вещи. Хочу только подчеркнуть, что польское руководство, правительство Польши в Лондоне считало вполне приемлемым отказаться от активного сопротивления немецким войскам ради сохранения сил. Однако в таком случае освобождать Польшу должна была какая-то другая страна. Поскольку американцы и британцы этого сделать не могли, то речь, разумеется, шла только о Советском Союзе. И войска Красной Армии вступили на территорию Польши в результате массированного наступления лета 1944 года, операции, так называемой операции «Багратион». И надо сказать, что сложность ситуации в Польше заключалась еще в том, что поляки хотели воспользоваться этой благоприятной ситуацией, связанной с наступлением Красной Армии. По мысли польских стратегов, накануне вступления красноармейцев в крупные польские города, местные бойцы сопротивления должны были брать власть в свои руки и ставить свои советы перед свершившимся фактом, что уже в этих городах действовали местные органы власти, как будто бы представляющие легитимные правительства в издании. Ну, конечно, такие комбинации легко читались в Москве, и лишь люди, совершенно не знающие Сталина, могли наивно предполагать, что он даст свободно воспользоваться плодами своей победы неким антикоммунистическим силам. То есть движение сопротивления – это был действительно сложный, противоречивый процесс, который требует еще от нашего и, я уверен, будущих поколений историков внимательного изучения и освоения всего того документального наследия, которое оставило нам прошлое. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо, Юрий Александрович. Сегодня в нашей встрече принимает участие заместитель декана православного богословского факультета Университета Восточного Сараева Джого Дарко. Пожалуйста, вам слово. Спасибо огромное. Как внук сербского партизана, я знаю, что дедушка где-то там Царство Небесное радуется, что мы с вами сегодня здесь в Москве, и что сербский народ в целом не отказался от любви и от братства с Россией, с русским народом, которое на продолжение веков было и которое, конечно, и продолжается, как это естественно и надо быть. Я хотел бы только в рамках этого круглого стола обратить внимание на некоторые параллели, которые существуют между этим, что произошло в Югославии во время Второй мировой войны и с этим, что происходит сейчас на Украине, в смысле, что какие-то параллели с образованием, между образованием так называемой Хорватской православной церкви и с политикой, которая сейчас в Киеве у этой преступительного режима к отношению к нашей канонической Украинской православной церкви. Здесь
может быть, так немного известно, но сразу после оккупации Королевства Югославии немецкие оккупанты отдавали пространство для оформления так называемого государства, независимого государства Хорватии, независимое государство Хорватии, правительство преступительное, которое поступило сразу к полному уничтожению православного сербского населения и, как сказали, к окончательному ответу на сербский вопрос в всех западных краях Югославии, где это правительство существовало. Сразу, уже 5 мая 1941 года, независимое государство Хорватия провозгласило постановление о полной ликвидации сербской православной церкви. Но эта ликвидация не была только юридической, а физической. Даже в этот момент трех епископов свирепейшим образом убили несколько сотен приходских священников и более 100 тысяч мирных сербов, мирных православных жителей, которым неудачно оставались в рамках этого так называемого хорватского государства. Настоль резные, настоль свирепейшие были преступления, что они в основном и ускорили приготовки к восстанию. И, как уже знаете, летом 1941 года уже началось общее восстание и как и югославских коммунистов, а тоже и сербских националистов. Настолько сильное восстание было, что даже немецкие власти к осени 1941 года подошли, заявили хорватам, что надо что-то сделать, что-то изменить в этой преступительной политике. И хорватское независимое государство тогда уже в апреле 1942 года подошло к одному решению, чтобы вместе сербской православной церкви оформляли так называемую хорватскую православную церковь. Никто из сербских епископов не остался, практически никто от духовенства не хотел взять часть в этом оформлении, но, к сожалению, они нашли одного уже пожилого епископа Русской заграничной церкви, Гермогена в миру Григория Ивановича Максимова, уроженца Донецкой области, к сожалению, и он взял на себя роль митрополита Хорватской православной церкви, и единая православная церковь, которая принимала такое решение, была, к сожалению, Румынская православная церковь в рамках какого-то сотрудничества румынских националистов и хорватских националистов и фашистов. Как уже знаем, все это подошло к концу с освобождением Югославии, но сейчас я хотел бы только высказать несколько тезисов интересных. Если нам взять заявление при оформлении Хорватской православной церкви, которые были озвучены хорватским вождем Антоном Павловичем, они в точь те же самые, что Зеленский говорит в Киеве. Если прочитаем там, что заявление, что в Хорватии православие может быть, но сербское православие не будет никогда позволено, замените только Хорватию на Украину и сербская православная церковь на русскую православную церковь, и получится одно и то же. Мне кажется, что надо говорить прямо и откровенно, что нацисты, они захотели сделать свое фашистское православие от Хорватской православной церкви, Румынской православной церкви и Болгарской православной церкви. А сейчас, к сожалению, получается в многих странах Европы, что существует что-то, что мы называем православием НАТО или НАТО-православием, православием, которое будет в внешности какие-то православные епископы, но будет поддерживать такие же враждебные к православным проекты, как те, которые сейчас популяризуются
в рамках коллективного Запада. И, наконец, хочу только сказать, что хотя многие подошли на компромисс, это время, это их не спасло. Это самое интересное, что даже те, которые принимали такое решение, которые участвовали в Хорватской православной церкви, все-таки большинство из этих людей было уничтожено даже там преступительными режимами. Так что, к сожалению, это тоже каков-то урок истории, компромисс может у кого-то купить определенное время, но никакое решение само по себе не представляет. Спасибо за внимание и за приглашение. Спасибо большое за ваше выступление, уважаемый Дарко. И спасибо за очень точные исторические параллели, которые вы привели. На самом деле этих параллелей гораздо больше между событиями, которые имели место в Европе во Второй мировой, в ходе Второй мировой войны, и тем, что сегодня происходит. Спасибо. Уважаемые коллеги, открывая сегодняшнюю выставку, я вспомнил, как 4 года назад Российское историческое общество организовало у Кремлевской стены торжественную церемонию передачи частицы вечного огня могилы неизвестного солдата участникам патриотического движения «Мотоциклисты Словакии», и которые вот эту частицу перенесли в Словакию, в Братиславу, в Банско-Быстрицу и в другие словацкие города. И сегодня в нашем круглом столе участвует лидер этого движения «Мотоциклисты Словакии» Алекса Матуш, которому я с большим удовольствием и предоставляю слово. Прошу вас. Привет. Хорошего дня желаю. Ну, милые коллеги, сегодня вы сказали много слов и то, что сделали, и как это было все. Я хочу сказать, что словацкий народ сегодня сделал и сейчас. Наша путь дороги свободы показала всем людям в Словакии, какие были герои словацкого народного восстания и герои Красной армии. Нам надо показать, что политики Евросоюза не говорят так, что было. Они говорят сегодня, что Бандера хороший человек, и говорят, что Россия не говорит правду. Но нам надо показать всем людям, у которых есть сердце, какая была правда. И нашим дедам, и нашим ребенкам всем показать, что герои были Красной армии и тоже словацкого корпуса. На наши пути сейчас приходило через 100 тысяч людей. Это никто не сделал такое дело в Словакии, как организация «Брат за брата» и «Мотоциклисты Словакии». И люди в Словакии показали, какая есть правда. И правда, как заработали наши деды из России и тоже из Словакии. И то очень важно всем людям показать, какие были эти герои. Нам не надо много говорить, нам надо показать, что они сделали. Они погибли для нас всех. За нашу свободу, и за то, что мы сегодня здесь. Это очень важно. Я сегодня не буду говорить много слов, но нам надо всем работать, как друг с другом, за правду. Правда за нами. История тоже так. Связана, как друг с другом. Россия, Белоруссия, Словакия. Всем нам надо работать и показать, что Евросоюз и политики не говорят хорошие. Мы говорим то, что сказало сердце, и всем людям это нам надо показать. У меня нет слова, у меня есть
дело, которое они сделали. И люди сделали огромную поддержку для России, для Белоруссии, для Словакии, а для героев Великой Отечественной войны. Большое вам спасибо за поддержку, большое вам спасибо за все, что вы делаете. Я думаю, что будем работать для героев Великой Отечественной войны, для наших дедов, предков, и заработаем так, что мы все победим. Спасибо. Спасибо, уважаемый Алексей, за ваше выступление, за вашу очень честную, смелую гражданскую позицию там, по ключевым вопросам истории, современной жизни и Словакии, и Европы. Мы с большим удовольствием всегда сотрудничали с вами, с вашими коллегами, и надеемся, что и впредь это сотрудничество будет продолжаться. И, пожалуйста, всем вашим друзьям передайте от нас большой-большой привет. Спасибо. Спасибо. Передаю микрофон Никите Сергеевичу Гусеву, ученому секретарю Института славяноведения Российской Академии Наук. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, в странах бывшего соцлагеря история Второй мировой войны одна из наиболее политизированных. В ее описании за последние 80 лет бесконечные качели, которые бывают только в крайних точках и никогда не останавливаются посередине. Пример тому – оценки движения сопротивления в Болгарии, в самой стране. В советское время в учебниках героям и ему саму удивлялось внимание не меньше, чем народно-освободительной войне 19 века. Нарратив был нацелен фактически на приравнивание данных событий. В учебниках нового поколения, уже 21 века, развернутая борьба именуется не народно-освободительной, а внутренней войной, принявшей форму индивидуального террора. Сомнительными всегда были оценки масштаба. В советское время твердили о 30 тысячах партизан и 200 тысячах сочувствующих и помощников. Сейчас же учебники пишут о создании Народно-освободительной повстанческой армии и Отечественного фронта как символических действиях, должных продемонстрировать размах, которого в действительности не существовало. Политический раскол ведет к тому, что сторонники той или иной точки зрения зазубренно повторяют европейские, современные и советские оценки этих событий, безапелляционно отвергая доводы друг друга. Хотя, если вглядеться, болгарское движение сопротивления довольно своеобразно в силу своего особенного статуса. Неоккупированной и не воюющей СССР страны. Движение делилось на несколько крыльев, формально никак не связанных. К легальному принадлежали парламентские партии и политики, требовавшие восстановления конституции и демократических свобод. Они выступали и против участия Болгарии в войне. В определенных вопросах легальное крыло блокировалось представителями нелегального, которое было представлено левыми партиями. Оно тоже, в свою очередь, можно поделить. Первыми открыто заявили о своем подпольном противостоянии властям представители земледельческой партии. Но их деятельность быстро потерпела крах, а их лидер доктор Димитров по прозвищу Гюмета, тезка и однофамилец известного деятеля Коминтерна, бежал в Каир, откуда уже вел свою пропаганду под контролем британской разведки. Наибольший же масштаб нелегальной деятельности развернули представители болгарской рабочей партии, ориентировавшиеся на Москву. И это как раз самый спорный момент в истории этого периода. При этом тоже еще нужно упомянуть особенность болгарского движения сопротивления. Поскольку Москва и София не были в состоянии войны до осени 44-го, открыто поддерживать партизан было нельзя. Следствием этого стало, например, следующее. В конце лета 41-го года из Советского Союза были заброшены 8 групп общей численностью 56 болгар. Они должны были координировать партизанское движение, их именовали парашютистами и подводниками. Но вскоре на свободе живыми осталось только 7, 27 попало в плен, 18 из них расстреляли. Молотов был вынужден публично отречься от них, чтобы не провоцировать разрыв отношений. Дирижируемость движения из Москвы определяла его активность. Так, в начале уже августа 41 года БРП обратилась в Москву за инструкциями. Георгий Димитров после беседы со Сталиным приказал телеграфировать, что восстание преждевременно и будет разгромлено, а СССР не сможет в тот момент оказать помощи. С февраля 43-го ЦК БРП стал готовить восстание. Перешли от диверсии к вооруженным акциям, начался рост численности участников. Однако для массовизации не имелось объективных возможностей. Сам ЦК БРП в письме Димитрова 23 февраля 1944 года говорил о том, что в организации 7 тысяч участников, при восстании смогут выставить 20
но оружия хватит лишь на 3000. Летом 44 года начался массовый приток желающих, но тогда же вышло на пик противостояние с подпольщиками со стороны правительства. Вот до 100 тысяч военных и жандармов гоняли за партизанами, устраивали карательные акции, в которых страдало местное население. Тут, конечно, можно усматривать элементы гражданской войны. Но это все-таки было движение сопротивления, и несмотря на его размер, оно имело определенное значение для общего хода войны. Во-первых, Болгария была базой немецкого снабжения. Диверсии на железных дорогах путали логистику, срывали поставки, в том числе и продовольствие. Недаром излюбленной мишенью партизан являлись молочные хозяйства, потому что почти вся их продукция шла на экспорт в Германию. Во-вторых, нападения угрожали немецким войскам. Защита 16 аэродромов, занятых Люфтваффе, оттягивала дополнительные силы, которые могли бы оказаться на Советском фронте. В-третьих, активно велась разведка в пользу Советского Союза. Самым знаменитым примером здесь является, конечно, генерал Владимир Заимов, работавший под псевдонимом Азорский. Он создал сеть осведомителей далеко за пределами Болгарии, но это его изгубило. В 1942 году провал, связанный с ним разведгруппы в Словакии, привел к разоблачению и последующему расстрелу. Посмертно Заимову присвоили звание Героя Советского Союза. В-четвертых, движение сопротивления нужно рассматривать и как механизм, не позволяющий затянуться спирали молчания. Активность партизан, их пропагандистская работа давали возможность менее активным, но прорусски настроенным болгарам почувствовать себя не одинокими среди заполонившей все прогерманской агитации, не отчаяться и не дать втянуть свою страну в войну с СССР. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Никита Сергеевич. Коллеги, кто хотел бы дополнить какими-либо комментариями? Если нет, тогда будем завершать. Я хотел бы поблагодарить всех участников круглого стола, организаторов выставки, которая открылась сегодня в Доме Российского исторического общества, за проделанную работу. Мы сегодня совсем кратко, вот в пределах того времени, которое было отпущено, коснулись этой очень интересной и важной страницы истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. На самом деле, конечно, и исследовательских работ, и историко-просветительских проектов гораздо больше, чем те, о которых мы сегодня рассказали, но при этом недостаточно. При этом будем всеми силами эту работу продолжать, и я хотел бы вам пожелать всем успехов. Спасибо. Спасибо.